Я купила семена, посеяла, и 3 дня они стояли в банке. Проклюнулись. Я их пересадила в горшки. Вот эти вот голубые нимфейки, да, они посажены 3 дня назад. У них уже пошел 2-й листик. А вот эти вот розовые, они посажены вчера. И у них тоже уже у некоторых пошел 2-й листик. А сегодня 29 февраля. 29 февраля, да. А там у тебя что? А там тоже эти розовые нимфейки. Лотосы. Нимфеи и лотосы. Вот здесь они тоже уже вот проклюнулись. По одному листику есть. Но я думаю, завтра уже выйдут и 2-е. А это большая, крупная? Это... прошлогодние нимфеи. Начинали вот с таких. Зиму они простояли здесь в тепле. А здесь что-то у нас еще доходит. Да, это дикий лотос. Они еще не проклюнулись, но уже набухли. Уже вот сейчас покажу. Вот. То есть завтра, послезавтра они уже проклюнутся. Понятно.